1946 год. Хуснабад, окраина Лахора. Фильм переведен и озвучен при поддержке зрителей специально для группы ВК Хани и Хасина. Перевод Хани и Хасина. Роли озвучивают Маргарита Сахно, Екатерина Муравицкая, Константин Федосеев, Михаил Цареградский и Алексей Гнеушев. Звукорежиссер Руслан Асланов. Дев! Зафар! Порок. Я знаю, что умираю. Сколько у меня времени? Достаточно времени, Сатья, чтобы не переставать надеяться. Надежда дарит лишь ожидание. Она не меняет реальность. Сколько у меня времени? 1 год. Может, 2. Дочка. В таком состоянии нежелательно куда-то ехать. А сидя дома, мне станет лучше? Дочка, некоторые вещи не подвластны человеку. Перед смертью он обязан подправить свою карму, а не здоровье. Это мне подвластно. Если я не сделаю этого при жизни, то и после смерти не обрету покоя. Я должна пойти на это ради своего мужа. Сатья. 1944 год. Раджпутана. Это последнее, лови его, сестрица Руб! Дай нам победить!
никак не могла поймать этого змея. Заходите в дом. Вы снова пришли? Руб. Отец, вы не в силах отказать. Я прошу вас покинуть мой дом. А я прошу вас еще раз выслушать мою просьбу, Руб. Послушайте, Сатьяджи. В тот день, когда ваш отец одарил нас своей щедростью, я и подумать не могла, что однажды его дочь появится на пороге этого дома, требуя вернуть долг с процентами. Я здесь не за процентами, Руб. Я лишь прошу вас оказать мне услугу. Прошу простить меня, но я не в силах оказать ее вам. Моя свобода не продается. Ваше понимание превратно, Руб. Увы, я все верно поняла. Я умоляю подарить мне лишь год вашей жизни, Руб. Ровно столько мне осталось жить на этом свете. Хоть раз подумай холодной головой, дочка. Все, о чем она просит, это год пожить вместе с ними. Что ты от этого теряешь? Если я уйду, то больше никогда не вернусь, отец. Сатья, порядочная женщина. Она пообещала нам, что будет заботиться о твоих сестрах, вплоть до их замужества. Ради этого вы давали мне образование? Чтобы однажды продать повыгоднее? Руб! Какой отец на свете заставит свою незамужнюю дочь поехать в Хуснабад и поселиться там в чужом доме? Если я всю свою жизнь буду ходить по чужим домам и обучать детей музыке, даже тогда я не смогу достойно выдать замуж ни тебя, ни твоих сестер. Ты старшая из дочерей, это твой долг. Я не заставляю тебя, дочка. Я знаю Сатьюн с детства. Она лучше меня позаботится о тебе. Решение остается за тобой. Стойте! Я поеду с вами. Но у меня есть условия. Ваш муж сначала должен жениться на мне. Я войду в тот дом лишь в качестве жены вашего мужа. Не любовницы. Пока я жива, Руб, я лишь хочу, чтобы вы поближе узнали моего мужа. Смогли понять его. Чтобы после вашей смерти он мог спокойно жениться на мне. Что вы за жена такая? Допустим, я соглашусь стать частью вашего безумия. В таком случае, кто сможет поручиться за то, что после вашей кончины ваш муж женится на мне? А что, если он найдет причину вышвырнуть меня из дома? Куда я пойду? Что со мной будет? Кто примет меня, узнав мое прошлое? Вы хоть задумывались? Руб, даю обещание. Обещание? Если вас не станет, кто его выполнит? Без свадьбы я не войду в ваш дом.
मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो होली मेरी जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है चुपती फिर बदनामियां मेरी जैसे जैसे हो आंख मिचोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरी जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है Еще две девушки приехали учиться пению в хавеле госпожи Бахар. Не вздумай применять на них свое искусство соблазнения. А знаешь, все индуистки подумывают поехать в Амритсар. Может, разок поговоришь с Абдулом? Он очень зол. Дев Чоудри приехал из Лондона и тут же напечатал статью против разделения. Сегодня женился во второй раз. Привел в дом младшую жену. Люди еще мусульман осуждают.
Дев Чоудри? Да, любимый, Дев Чоудри. Его жена ведь умирает. Ее последней волей стал повторный брак своего мужа. В чем дело, Зафар? Я безумно люблю свою жену. Я не знаю, каким образом Сатья смогла уговорить вас на этот брак, но... лично я согласился на него лишь ради ее довольства. Не думайте о плохом, вы будете жить здесь в почете и уважении. Между нами будет лишь уважение, а не любовь. Чем меньше вы будете ожидать от меня, тем лучше же будет для вас. Я надеюсь, что ваше сердце великодушнее моего, и что однажды оно простит меня. год. Амритсар, 10 лет спустя. Мой муж попрощался со мной в нашу брачную ночь. Потому что вы вышли замуж за человека, которого никогда прежде не видели. Даже больше. Я несколько дней не знала, как выглядит мой муж. Одно решение, принятое мной в гневе, разрушило целых 4 жизни. Эй, братец Зафар, если вы так обожаете ковать мечи, почему не поучаствуете в битве кузнецов? Как раз для этой битвы я и кую себе меч. Именно ваше остроумие очаровало сердца у половины женщин в Хироманди. Почему вчера не пришли на собрание? Ждал возможности очаровать еще одно сердце, но не хотел его разбивать. Послушайте, братец Зафар, если появятся станки по производству мечей, то вашу мастерскую прикроют. Тогда ударят не по общине, а по нашему заработку. Душой молитесь Аллаху, но в сердце таите страх. Если мы будем усердно работать, никто нас не вышвырнет. Насчет вашей партии, права общины и собрания по поводу разделения. Я ведь бастард. Родной отец мне даже имени своего не дал. Человек, не способный биться за свои права, как может биться за права общины? Ладно, забудьте. Я много раз твердил, братец Абдул.
Если вы поистине хотите донести народу свое послание, то лучшего способа, чем газета Балража Чодри, у вас нет. По вашему совету, мы хотели поговорить с работниками Daily Times. Нам не удалось, ибо сын Балража Чодри вернулся из Британии. Он против разделения. Пишет статью под названием «Один народ, одна страна». Революцию вершат с помощью крови и жертв. Никак не разговоров. Вы правы! Воистину вы правы, братец Зафар! Видите? Теперь вы на нашей стороне. Не поймите меня неправильно. Вы ведь мне как брат. Я жизнь могу отдать. Но только за вас одного. Прошу, не впутывайте меня в эти дела с Чоудри, братец Абдул. Дэв, будьте поосторожнее. Заголовок «Один народ, одна страна» может не понравиться народу. Британцы делят нашу страну во имя религии. Никому это в будущем не принесет пользы. Но без них мы ведь не умеем заботиться о своей стране. Почему об этом не напишете? Мы научимся со временем. Если будем едины. Кто сказал, что вы мессия для нас? Я лишь голос, который в силах дойти до народа. Скорее спровоцировать его. Я указываю всем верный путь. В душе вы понимаете, что я прав. Но все же страшитесь политики. Не забывайте, что нас можно по пальцам сосчитать. А мусульманская община с каждым днем становится все сильнее. Прислушайтесь к разуму, а не к своему сердцу. Жаль, что я больше не способен на это. Порой разум вынужденно уступает сердцу. В чем дело, Сарудж? Где Руб? Она не хочет спускаться. Я наелся. Ничего страшного. Отнеси завтрак ей в комнату. Хорошо. Дэв всегда будет думать, что я был жесток к нему. Но то, что сделали вы, абсолютно правильно. Не переставайте верить в жизнь. Завязанный им узел распутается сам по себе. Откуда доносится пение? Из Хавели Бегум Бахар. Когда-то она славилась самой знаменитой куртизанкой Хуснабада, но позднее бросила танцевать. Теперь учит пению. А где расположена ее Хавели? В Хираманде. В самой постыдной части нашего города. Произнести вслух название этого места все равно, что опорочить свою репутацию. Смею вас заверить, господин Мунши. Во всем Хираманде вы не найдете кузнеца искуснее брата Зафара. Именно он выковал мечи для британской армии в прошлом году. Он ведь незаконно рожденный, да? Зафар. Какое значение имеет его происхождение? Оценивайте лучше работу. Для меня имеет, господин Абдул. Во-первых, он бастард. Во-вторых, уж простите, мусульманин. Мунши-джи. Если он сбежит с моими деньгами, то я отрублю... Научись уважать труд людей, а не имена их отцов. Такое великое качество. Чуждо твоему мозгу размером с орех. Пусти меня. Отпусти, Зафар. Прошу, Зафар, отпусти его. Пусти, я сказал. Зафар! Зафар! У этих людей нет совести! Будь благодарен! Люди вроде нас позволили жить в своем районе такому выродку, как ты!
Вы все здесь лишь благодаря нашей милости! Чем вы отблагодарили? Еще больше опорочили нас! Руб, как долго вы собираетесь просидеть в этой комнате? Отныне вы замужняя женщина. У вас появились обязанности по этому дому. И перед кем же? Перед вашим мужем, который любит только вас. Мы с ним даже не видели друг друга. У меня была лишь одна обязанность перед моими сестрами. Я выполнила ее, выйдя замуж. Начните работать в газете «Дева». Проведите с ним немного времени. Тогда и увидите, как все начнет меняться. Я уже поговорила с домашними. Смотрю, вы так заботитесь обо всех. Я вам не враг, Руб. Я лишь пытаюсь создать лучшую жизнь для вас после своей смерти. Знаете, мои родители были убеждены в том, что девочкам вовсе не обязательно учиться. Будь я образованной, то никогда не упустила бы возможности поработать в такой большой газете. Я хочу возобновить уроки пения. Отлично. Давно пора. Если пожелаете, я могу нанять для вас лучшего репетитора. Нет, я хочу учиться у Бегум Бахар в Хироманде. Вижу, вы хорошо познакомились с городом. Но обошли стороной правила этого дома. Вы можете учиться пению, но ехать в Хироманде вам запрещено. Если запретите мне ехать туда, то я не соглашусь работать в газете. Не работайте. Будьте заложницей собственного гнева. Только запомните, что сами перечеркнете свою судьбу по собственной воле. Ваша жизнь теперь иная, Руб. И чем быстрее вы примете этот факт, тем легче проживете всю свою оставшуюся жизнь. У вас нет никакого права на мою жизнь. А у вас есть? Это исключено. Отец, я знаю, Руб. Стоит ей задумать что-либо, как никто ее не остановит. Она невестка этого дома. Ей, как и всем остальным, придется уважать правила этого дома. Как вы и велели, я никогда не смотрела в сторону того места. Но про Руб не могу сказать того же самого. Прежде чем она натворит глупостей, мы должны позволить ей туда поехать. Так появится шанс хоть как-то сблизить ее с Девом. Руб, что вы делаете? Руб!
Да. Вас зовет невестка. На войне с упрямством и их правилами победило мое упрямство. Мы уже достаточно наслушались о единстве одного народа и одного государства. Подумайте еще раз. С одной стороны, он против разделения, а с другой хочет навязать нам металлургические заводы. Нам в обоих случаях светит голод. Нам нужно еще больше рекламы. Иначе с таким темпом тиражироваться только трижды в неделю. Сэр, компания «Виски», которую мы рекламировали на прошлой неделе, готова проплатить нам эту рекламу и на этой неделе. Из-за рекламы этого «Виски» мусульманский сектор бойкотировал нашу газету целую неделю. Эта алкогольная компания готова выложить крупную сумму. Ахмед прав. Нужно найти других рекламодателей. Косметика и сари. Никто не откажется от косметики и одежды. Вместо алкоголя мы можем рекламировать «Малолюкс» в газете. Из-за косметики газету начнут покупать и женщины. Вы уж простите. Я лишь озвучила, что пришло в голову. Хотела встретиться с Девом Чоудри. А вы? Руб. Его супруга. Ананджи. Слушаю. Покажите ей рабочее место. Конечно. Я Ананд Пат. Намасте. Кстати, а кто это? За мной. Странно. Муж и жена даже не знакомы друг с другом. Кажись, поженились по мусульманским обычаям. Будь вы на ее месте, господин Дев, и вас не узнал бы. Самое большое празднование в Хириманде, Душехра. Но в этом районе оно крайне опасное.
У вас хороший голос, но не хватает немного искры. Что?
Чтобы привнести ее в свой голос, вам надо зажечь искру в жизни. Когда переусердствуешь с искрой, жизнь становится отравой. Я пришла научиться музыке у вас. Здесь музыку мы называем пением. Какой бы ни была его цена, я согласна. Мой талант настолько драгоценен, что ему нет цены. Вы замужем? Опыт подсказывает мне, что обошедших брачный огонь хоть раз, огонь страсти угасает навсегда. Я пришла сюда, чтобы вновь разжечь этот огонь. Не отправляйте меня отсюда с пустыми руками. Руб, уже вечереет, и нам пора. Вы прислуга Чоудри? Да. А ваша семья в курсе, что вы пришли ко мне? Да, в курсе. Возвращайтесь завтра. Послушаю ваш голос снова. И если он мне снова понравится, я непременно возьмусь за вас. Но сейчас я устала от этой пустой болтовни. Аллах в помощь. चितवन में ज्योति ऐसी मन आंगन हो जगमग जगमग मोह की मारी एक कुमारी के पद होवे डगमग डगमग तार जिया के छेड़ रही है तार जिया के छेड़ रही है प्रीत की अठ खेली Я слышал пение всех куртизанок на этом рынке. Но в твоем голосе больше любви, чем боли. Как? Чем дальше убежишь от меня, тем ближе ко мне станешь. Не пытайся спрятать прекрасные глаза под своими скрытными ресницами. Зафар. घर मोरे परदेसिया
Спустя столько времени я услышала такой голос, в котором есть и боль, и успокоение. Я благодарна вам, что пересмотрели свое решение. Я лишь похвалила вас. Благодарите лучше за критику, потому что именно она помогает раскрыться в жизни. Пойдем. Слушаю. Я хотела поговорить с вами в офисе, но не представилось возможности. И о чем же? Я не хочу просто проводить время в вашей компании. Я хочу там работать. Хочу написать статью. И о чем же? О Хире Манде. Когда смотрю на людей из этого района, мне кажется, что в каждой семье скрыта какая-то история. Если найдете историю, достойную печати, то мы ее опубликуем. Я знаю, что мы оба заложники этого брака. В этом есть и моя вина. Я лишь хочу сказать вам, что ничего не ожидаю ни от вас, ни от этого брака. У нас не брак, а компромисс. Вы можете освободиться от него, когда пожелаете. Я никогда не говорил разорвать этот брак. Но весьма польщен услышать ваше мнение. Спасибо. Простите, где мне найти Абдулла Кхана? Брат Зафар! Где брат Абдул? Она пришла с ним увидеться. Идите. Всего одна встреча, и ты уже вернулась? Ну, идем. Исполню твое желание сегодня. Хоть ты меня и не удовлетворишь. Только зря потрачу время. Вообще-то я замужем. И? Я же не собираюсь жениться на тебе. Я хочу увидеться с Абдуллом Кханом. Зачем? А тебе-то что? А смысл мне говорить, где Абдул? Я хочу написать статью о Хире Манде и его жителях. Поэтому пришла в бордель? Тебя не учили манерам? Если назову куртизанку Тадж-Махалом, ее судьба не изменится.
Всех женщин, значит, под одну гребенку гребешь? Уж такой я. Но, если хочешь, можешь меня изменить. Уж больно мне это надо. Конечно, не надо. Ты в буквальном смысле заключена в свой брак. Но если попросишь, я могу исполнить все твои самые потаенные желания. Ты самый настоящий негодяй. Спасибо. Абдул? Спасибо. Слушаю. Я из Daily Times. Хочу написать статью о Хириманде, его жителях и социальных проблемах. Daily Times. Здешняя социальная проблема – безработные кузнецы. Война за наши права приведет к разделению. Напишет ли ваша газета об этом? Нет ведь? Всего доброго. Что надо? А хотя не отвечай. Я лишь хочу поинтересоваться. Удалось сделать задуманное? Что на тебя нашло? Просто у брата Абдула весьма резкий нрав. Весь день обсуждает с политиками разделения. Но мне плевать. До тех пор, пока наша местность принадлежит нам, все хорошо. Ну, слава богу, что хоть местность свою ты уважаешь. Мне сложно доверять. Я знаю. Почему ты так привязан к этому месту? Здесь каждая вторая красавица. Красавица и... без заморочек. Судьба выбросила меня сюда. Жизнь собиралась сломить меня. Но эта улица меня спасла. Поставила на ноги. И вот я здесь. Вот почему мое имя Зафар. Теперь здесь мой дом. Без этих переулков я был бы никем. Никто не знает Хируманди лучше, чем я. А тебя? Руб. Машаллах, красивое имя. Ты здесь найти новую историю или спрятать свою? Найти. Счастлива в браке? Ты говорила, что ты замужем. Но ты не говорила, счастлива ли ты. У тебя существуют пределы? Пределы нужны для границ. А не для мыслей. И если вдруг у тебя есть вопрос, то лучше задай его. Полмира сошли с ума, сочиняя разные истории. Я держусь подальше от политики. Это место богато и другими удивительными вещами. Если хочешь взглянуть... Хочу. Есть смелость шагнуть в мой мир. А мне и нечего терять. Да, и к тому же... Уверена, твой мир намного лучше тебя. Хорошо. Встретимся в следующую пятницу. У долины Калам. Не переживай. Без взаимного согласия и достойной оплаты я не касаюсь женщин.
Если брату Зафару удастся усидеть на быке 7 секунд, он победит. Зафар! Молодец! Он победил! Ты сумасшедший! Ты так быстро убежала от того разговора по душам. Зачем позвал меня сюда? Ты же искала историю. Я показал тебе ее проблеск. Испугалась? Почему? Ты мог умереть. Имею на то право. Для такого бастарда, как я, нет того, к чему я мог бы стремиться. И также нечего терять, в отличие от тебя. Поэтому я и не боюсь смерти. В тот день, когда влюбишься, найдется к чему стремиться, и появится страх перед смертью. Надеюсь, твое пророчество никогда не сбудется. Мне нравится это состязание. Таких как-то еще поискать надо. Таких, как я, больше нет! Разве это не та журналистка? Оставьте ее в покое. Оставлю однажды. Бедняжка, хорошая девушка. Слишком хорошая. Наверное, поэтому в голову не лезут плохие мысли о ней. Слышала, она замужем.
Надеюсь, вы знаете, что делаете. Чем больше я отчуждалась от родных, тем больше сближалась с Зафаром. Для всего мира Зафар был загадкой. И в попытке разгадать ее, я запуталась сама. Он, как шторм, ворвался в мою жизнь. И я, как надежда, поддалась ему. А тебе известно, что старое название Лахора раньше было Лаховат, то есть город кузнецов? Он прославился благодаря им. Англичане хотят привезти сюда свои машины, из-за которых мы все потеряем работу. Я этого не понимаю. И это твоя газета? दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटा कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया Меняйте один билет на два! Меняйте один билет на два! Эти спектакли помогают привлечь аудиторию. Это приносит пользу и театру. А ты что, в спектакле не участвуешь? Я участвую в спектакле твоей жизни. Этого достаточно? कलंक नहीं इश्क
Что-то изменилось. Вовсе нет. Не в вашем голосе, а в вашем сердце. Это не стоит печатать. Кузнецы Хиромандии пришли встретиться со мной сегодня. Считаю, что вам надо выслушать их. Иначе они заставят бастовать наших сотрудников-мусульман. Отец, прошу, перейдите к сути разговора. Руб. Куртизанки сами стали ходить с выступлениями? Вы уж простите, но вы ошиблись дверью. Пожалейте, Руб Зафар. До каких пор собираетесь бежать от правды? До тех пор, пока она жива. От вас ведь научился. С чего это вы вдруг начали волноваться за Руб? Потому что во всем этом ее вины нет. Да, как и не было моей. Раз так любите учиться, будьте мужчиной и учитесь на своих ошибках. Не возлагайте на других ответственность за свою жизнь. В этом и проблема, отец. Я ничему не хочу учиться у такого, как вы. Вы, используя Абдулла, настраиваете людей против прессы, организовываете протесты. Но я хоть слово сказала? Руб. Наказывайте ее за грехи других. Не других. Я наказываю ее за ваши грехи, матушка. Вы крутили роман с женатым мужчиной. Родили от него ребенка и выбросили на улицу. Не говорите так. Мне было всего 17. Я безумно его любила. И по сей день заложница этого чувства. Это было ошибкой, которую я по сей день не могу исправить. Осознанные ошибки — это не ошибки, а нечестивость, которую вы сей день не мужаетесь признавать. Моя любовь сделала меня эгоисткой. Я сохранила ребенка для того, чтобы стать еще ближе к Балраджу. Но он просто уехал подальше от меня. Я думала, он сбежал из-за позора с ребенком. И если я брошу вас, он вернется. Но потом я поняла, что он не от вас, а от меня сбежал. Я хотела вернуться и забрать вас, но вы... Выброшенный мусор зачастую сгнивает, матушка. Наши с вами узы похожи на протухшую гниль. У меня нет причин возвращаться к вам, кроме как не на ваши похороны. Дев.
Я лишь хочу сказать одну вещь. Меня тоже женили против воли. И поэтому я искал любовь за стенами этого дома. Как бы и с Руб такое ни случилось. Постарайся сохранить свой брак. Не все люди думают, как вы, отец. Я, по крайней мере, уважаю Руб. А вот вы никогда не уважали маму. Всю жизнь она прожила с мыслью, может, во мне что-то не так. Она была даже готова принять вашего бастарда. Не знаю, откуда в ней было столько мужества. Своим согласием вы могли сохранить нашу семью от распада. Но ваша надменность оказалась больше, чем ваша ошибка. В этом нет вины того парня. Но если я вдруг встречу его, я возненавижу вас еще больше. Разрушили нашу семью вы. Но причина он. Поэтому лучше придержите при себе советы о том, как мне сохранить брак. Баларадж Чоудри отдал мою долю богатства, уважения и достоинства своему законному сыну. А взамен я отниму у него невестку. Ведь мне уже больше нечего терять. У бастарда ведь нет семьи, нет чести. Он никому не нужен. С этими упреками я вырос. Но с меня хватит. Девушку, которая пришла в их дом, чтобы продолжить род, я использую, чтобы разрушить семью Балраджа. Чего этим добьетесь? Натворив все это, думаете, вернете себе своего отца, свое детство, свою честь, свои права? Сотрите эту ненависть со своих глаз. Только тогда вы увидите любовь той девушки. Жажда мести ослепила вас. В стремлении уничтожить своего отца вы уничтожаетесь сами. Согласен. Я уничтожу его. Он даже не узнает, как это произошло. Тот, кто отказался от меня, сам придет ко мне молить о пощаде. И тогда я так подожгу его надежды, что огонь в аду перед ними померкнет. Ему придется заплатить за свои грехи. И даже если я буду за это проклят, я с радостью приму этот факт. Матушка. Пятьдесят шестой год. Амритсар. 10 лет спустя. Все в Хириманде знали Зафара. Но кем он был на самом деле, никто не знал. А вы не хотели бы вернуться? Не вижу причин для этого.
На протяжении многих поколений мы работаем в этой сфере, вырастили детей на заработанные деньги. Если британцы привезут свои стальные машины, кузнецы останутся без работы. Сегодня это касается нас, а завтра может коснуться другого ремесленника. Как вы и советовали, я созвал всех работников компании Чоудри. Как считаете, новость дойдет до него? Он нас послушает? Партия права общины довольно долго враждует с ним. Такие люди, как Балрадж Чоудри, иногда ставят свою религию выше всего на свете. Вы верно сказали. Если он может бороться за свою религию, почему мы не можем? Бороться надо не за справедливость, а за права, которые вы и ваши люди готовы сейчас себе вернуть. Сатья Чоудри собирается помирать? Умереть. Потому что у нее рак. А что будет после ее смерти? Ты сядешь на ее трон? Твой супруг даст тебе уважение первой жены? Твой брак зацветет новыми красками? Когда-то я очень любила фестиваль воздушных змеев. А что случилось потом? Парящий змей наполнял меня надеждой. Но сейчас я вижу лишь отрезанные нити. Здешние люди любят своих воздушных змей. Но большее удовольствие они получают не от них, а от сбивания других змей. Ты во всех вещах видишь лишь плохое? Да. Если бы ты жила моей жизнью, то наверняка поняла бы, почему мои глаза наполнены таким мраком. Испытания есть у каждого в жизни. Но если копить злость внутри себя, это может привести к болезни. Если чье-то поражение окажется победой для нас, то несчастнее нас нет никого в этом мире. Ты когда-нибудь любил? Я свободен, как те воздушные змеи. Не позволю любви заключить меня в тюрьму. Нам пора. Иначе ночь поглотит нас. Вы были правы. Что-то изменилось во мне. Из-за Зафара. Мне кажется, я... Вы замужем. Это не брак, а сделка. Даже если и так, попытка его разрушить — грех. Я никому не рассказала, кроме вас.
Я думала, вы поймете. Раз я управляю Котхой, это не означает, что я одобряю измены. Я не пыталась вас оскорбить. Ваш супруг хороший человек. А этого разве достаточно, чтобы всю жизнь коротать с ним? В чем дело? Мне нужно время, чтобы подумать. А что тут думать? Если к нам придет стальная индустрия, все кузнецы останутся без работы. Разве эта новость не стоит печати? Эта индустрия может принести огромную пользу нашей стране. Вы можете устроиться на этих самых заводах. Мы не станем рабами. Вопрос тут стоит в развитии страны, а не в чьем-либо рабстве. Сперва были рабами белых, а теперь индусов? Вот какая участь ждет мусульманина здесь. Не пытайтесь перевернуть мои слова. Если мы будем вмешивать религию в каждый разговор, то гореть этой стране вечно. Мусульманская лига победила на выборах. Теперь лучше не о стране, а о себе только волнуйтесь. У меня есть привычка волноваться за всех. В этом-то и разница между вами и мной. Я не пользуюсь горем людей, чтобы ввести в заблуждение. Вы верно подметили. Тут все упирается в религию. Как только мы создадим собственную нацию, наши крики будут услышаны. Но тогда, кто услышит ваш крик, господин Дев? Это вторая жена Девы Чоудри. Монши Джи хочет дать тебе контракт. А что ты дала ему взамен? Он согласился только потому, что ты индуистка? Я не принимаю милостыню. Я помогаю, а не милостыню даю. Я просил этой твоей помощи? Мне и так хорошо. Почему ты всегда во всем ищешь плохое? Потому что хорошее меня пугает. Оно часто просит что-то взамен. Я поручилась за тебя. Дала Муншиджи понять, что Хираманди — твой дом. И взамен мне ничего не нужно. Вы любите читать?
Очень. А вы? Очень. Вы закончили статью о правительственной миссии? Нет, у меня что-то не клеится. Возможно, это моя последняя статья, которая... Может продвинуть вашу идеологию «один народ, одно государство». Цена свободы – разделение. Чем скорее это поймем, тем лучше для нас. Эти люди никогда не разделят ваши взгляды. हुए हैं यूँ तेरे प्यार में पागल पिया जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे के अब ना किसी और से लागे जिया. Вы когда-нибудь видели ее мужа? Нет. И упаси бог с ним увидеться. Тропа любви бывает весьма скользкой, брат Зафар. Зачастую люди поскальзываются и больно ударяются лицом. Идемте. Не надо поддерживать эти стальные индустрии в нашей газете. Какое мы имеем к ним отношение? Они не представляют угрозу, а помогут продвинуть страну вперед. Они сделают ваш народ вашим врагом. शायद हो दिल का भरम दो तरफा है तो ये संजोग है чем дальше держитесь от него тем лучше для вас ведь мотылёк тоже летя на свет в конечном итоге сгорает от него. Вам небезопасно находиться здесь. Прошу, немедленно уходите. Да здравствует революция! Да здравствует революция! Да здравствует революция! Джина стал зачинщиком дня прямого действия. Из-за него могут начаться беспорядки. Возможно, нам придется покинуть Хуснабад. Сатья слишком слаба. И сейчас ей вредно переносить поездку. Почему меня избегаешь? Я так увлекся, показывая тебе город, что забыл дорогу в свою жизнь. Я уезжаю из Хуснабада. Жизнь — странная штука, да? Сначала не хотела приезжать сюда. А теперь не хочу уезжать.
Уверен, куда бы тебя ни увез твой муж, ты обретешь там счастье. Я даже не люблю его. И он меня не любит. Как долго мне жить в этой лжи? Некоторые узы подобны долгам. Их приходится не беречь, а погашать. Никто не получит выгоду от того, что ты пытаешься сделать. Иногда потеря намного полезнее самой выгоды. Чувства не должны быть заложниками каких-то традиций. Знаешь, какой самый величайший грех из всех существующих на свете? Убивать свои чувства. У меня нет никаких чувств к тебе, Руб. Но почему я тебе не верю? Потому что ты хочешь не верить, а любить. Ты погубишь себя. Кроме боли, я ничего не смогу тебе дать. Согласна. Ты даже меня не знаешь. И мою жизнь не знаешь. И не знаешь ту причину, по которой я хотел с тобой сблизиться. Поверь, эта причина не любовь. На рынке страха продают тысячи причин, чтобы подавить любовь. Но поверь, чтобы любить, нужно иметь лишь одно — сердце. Я свою причину нашла. Дальше выбор за тобой. Вы должны как можно скорее подготовиться и уехать из Хуснабада. Я никуда не уйду без вас. Но я-то ухожу без вас. Доктор сказал, что вы можете пойти на поправку. Немногие счастливчики удостаиваются чести умереть, глядя в глаза своему любимому человеку. Это слезы спокойствия. Не останавливайте их. А вот мое спокойствие вы забираете с собой. Что мне делать оставшуюся жизнь? Вот уже несколько дней, как я хожу и завидую Руб. Белой завистью. Ведь она получит мою долю счастья. Никто не может занять ваше место. Но я хочу отдать ей это место. Обещайте мне, что исполните все наши мечты с ней. Что воспитаете дочерей. Что станете другом для сыновей. И что простите своего отца. Не покидайте меня, Сатья. Останьтесь.
Ее отсутствие сказывалось на нас месяцами. Получается, вы уехали из Хуснабада после ее смерти? Ох, если бы это было так. Сэр, партия Абдулла стала довольно сильной. Прошу, подумайте еще раз о написании этой статьи. Поздравляю с Ид. Взаимно. Он хоть знает, что собирается сделать. И так-то, члены права общины жаждут нашей крови. После этой статьи здешние кузнецы сожгут нас заживо. Аллах в помощь. Скорбите во время фестиваля? А кто сказал, что я скорблю? Когда люди что-то празднуют, они пьют вместе. А когда скорбят в одиночестве? Я лишь хочу позаимствовать несколько минут из своей жизни и провести их в одиночестве. Устал от жалости в глазах людей. И я. В чем причина вашей скорби? В вашей руке нет бутылки. Да и праздновать вы не идете. Поверьте, это легко рассказывать свои тайны незнакомцам. А на душе становится легко, да и репутация не марается. Я влюбился в замужнюю девушку. Не хотите? Я мусульманин. Поздравляю, Сид. Спасибо. А она? Она вас любит? Намного больше, чем я. Тогда в чем причина? Вот были бы вы ее мужем, тогда не было бы проблемы. Попробуйте хоть разок поговорить с ней. Этот мир весьма странный. Никто не пытается поговорить, все сразу развязывают войну. Знаете, иногда войну развязать легче, чем признаться в любви. Но какой муж захочет жить с женой, влюбленной в другого мужчину? В истории есть один нюанс. Надо же. Я лишь хотел послушать историю, а вы развернули целую драму. Нюанс в том, что я сказал ей только половину правды. Ну тогда расскажите ей всю. Это нелегко. Зачастую это бывает легко. Отбросим. А у вас что за история? Я лишь хочу собрать обломки своей судьбы и продолжить двигаться дальше. Но я не знаю, с чего начать. Сперва найдите обломок, который ранил вас. Тогда остальные будет собирать легче. Со сколькими женщинами вы спали? Что за нелепый вопрос? Значит, с одной.
Я женился рано, в 18. А вы со сколькими спали? Не умею считать до этой цифры. Вы когда-нибудь кричали в своей жизни? Вставайте! Давайте сегодня громко скажем жизни! Нас не победить ее предательством! Вставайте! Клянусь, вы скинете с себя эту ношу! Попробуйте! Все, хватит, хватит. Серьезно? Одна женщина на всю करे हैं सा इशारे खिड़की के नीचे नस बेटा सिटी मारे बिलोरी निगाहों से करे हैं सा इशारे खिड़की के नीचे नस बेटा सिटी मारे इश्क में हुआ है थोड़ा अंधा थोड़ा बहरा सैया मेरा एरा गरा ना तू खरा Сатья заботилась об этом доме. Я не позволю ему разрушиться. Вы должны принять свои обязанности в этой семье. Я не думаю, что смогу занять место Сатьи. Ваш муж вот уже столько дней не ночует дома. Позаботьтесь о нем. Некоторые узы подобны долгам. Их приходится не беречь, а погашать. Мои узы с Девом именно такие. На следующей неделе мы покинем Хуснабад. Я влюбилась в этот город. И не смогу уехать из Хуснабада. ईरानी और लहजा हिंदुस्तानी झील सी तेरी आंखों में एक हलचल है तूफानी देख महफिल में आए हैं जान की देने कुर्बानी एक महबूबा की खातिर आज दो दो दिल भर जानी जिनके दिल का इंजन तेरे टेसन पे है ठहरा जिनके दिल का इंजन तेरे टेसन पे है ठहरा समझे काहे एरा गैरा नथू खैरा सैया मेरा एरा गैरा नथू खैरा रात लेके आई है जश्न तारी आए हाय हाय गम गलत करने की है अपनी बारी आए हाय हाय
हो रात लेके आई है जश्न तारी आए हाय हाय गम गलत करने की है अपनी बारी आए हाय हाय आज नाचे गाए सारा इश्क विश्क फरमाए और जान जलाने वाली भाड़ में जाए सारी दुनिया तारी आए हाय हाय ओए होए ओए होए ओए होए सुंदरी का चेहरा हो दिल के आईने में जाके सुंदरी का चेहरा इश्क में हुआ है थोड़ा अंधा थोड़ा बहरा सैया मेरा सैया मेरा पैरा गहरा नथू खेरा सैया मेरा ऐरा गहरा नथू खेरा как долго С тех пор, как ходит учиться пению к Бахар-бегум. Как его зовут? Зафар. О, вакт ка е ситам अगर हो मानत किसी यार की बस मोहब्बत तुम्हारी है दालत हमारी तुम अगर हो विरासत किसी यार की जिस दिन ваш отец беспокоился о вас एक बार मिलने आना तुम लेके इजाजत किस यार की लेके इजाजत किस यार की прошлый год выдался для вас тяжелым если своим поведением я как-то обидел вас то я Прошу прощения. Если пожелаете, мы можем развестись. Или можем дать этому браку еще один шанс. Я приму любое ваше решение. Двери вашей котхи всегда открыты настежь. Нам нечего скрывать здесь. Мы покидаем этот город. Вы давным-давно со мной попрощались. Слушаю. Какую боль сегодня хотите причинить? Время изменилось, ну а вы все такая же, дорогая Бахар. Теперь решили использовать сына, чтобы уничтожить мою семью. Объясните ему, что Руб моя невестка. Поражаюсь божьему остроумию. Человек, превративший жизнь стольких в спектакль, сегодня стоит здесь и умоляет сохранить его репутацию. Ни время не изменилось, и не вы, господин Баларадж. Я вам вполне понятно объяснил, что наши отношения были ошибкой. Но вы не смогли смотреть правде в глаза. И всю жизнь внушали всем, что якобы я вас предал.
Вот как, оказывается, вы утешали себя. Раз они ошибка, почему вы каждый раз появляетесь у меня на пороге? Вы ведь тоже меня любили, господин Балрадж. Но, испугавшись общества, в один день просто смахнули меня, как ненужную ношу. Мне противен ваш эгоизм. Сделайте одолжение, убирайтесь отсюда. Браво! Какую милость сегодня не спасла мне Всевышний. Спустя вечность пришел повидаться с мамой. А тут, смотрю, и отец стоит. С одной стороны, Бахар-бегум, которая бросила меня. А с другой, Балрадж Чоудри, который до вчерашнего дня отрицал мое существование, сегодня пришел умолять меня. Чего ты ждешь? Что я буду умолять тебя сохранить честь моей семьи? Держись подальше. Но это ведь ваша натура. Держаться подальше от родных. Откуда вам знать, что такое семья? Машаллах, только он знает, сколько моих братьев и сестер разбросаны по свету. У меня только одна семья, которую я должен спасти от вас двоих. Ну тогда прикажите своей невестке перестать любить меня. Я ведь просил сделать аборт. Его рождение убило наши отношения. Оно явило ваше истинное лицо. Это не наш сын. Это лишь результат моей ошибки, от которой я всю жизнь не смогу избавиться. Зафар, отпустите его! Зафар! Делай со мной что хочешь, но не заставляй моего сына расплачиваться за мои грехи. Он ничего тебе не сделал. Я встретил его сегодня. У него есть все, кроме счастья. Все пытаясь защитить от всего мира, вы забыли дать ему любовь. У меня была лишь одна цель в жизни — увидеть вас в таком состоянии. Но Руб правильно говорила. Если чье-то поражение кажется победой для нас, то несчастнее нас нет никого в этом мире. Знаю, что вы никогда не примете меня. Но вы не можете отрицать то, что я — часть вас. На правах сына я прошу вас отдать мне Руб. Я безумно люблю ее. Обещаю, больше ничего не попрошу. Держись подальше от брака Руб и Дева, Зафар. Иначе будут ужасные последствия. Любить Руб — мое право. Вы мне не хозяин. И это право. Я все равно отстаю. Зафар. Я знаю, что вы не согласны со мной во многих вещах. Но в этот раз и вы понимаете, что я прав. Ah!
Из Хираманди кто-то пришел, чтобы встретиться с вами. Что случилось, брат? Это все из-за той девушки. Не могу поверить, что этот Чоудри мог пасть так низко, приказав избить вас. Руб здесь ни при чем. Слепая любовь закрывает двери разума. Вы не видите, какую игру затеял с вами Чоудри. Но я все вижу. Вы можете простить ее, если хотите. Но я отомщу за вас этой девице. Если вы ее тронете, я отрублю на корню и наши отношения, и вашу голову. Любовь часто заставляет совершать ошибки. Я предупреждала вас. Вы все неправильно поняли. Когда-то я поклялась, что никогда не вернусь в этот дворец. Но сегодня вы заставили меня нарушить эту клятву. Вы не знаете, каково сейчас мне. Бедняжечка. Будет только хуже. Зафар наш с Балраджем сын. Он использовал вас, чтобы разрушить этот дом. Он любит меня. Я видела это в его глазах. Он с самого начала вам лгал. Да, возможно, он совершал ошибки в своей жизни, но... Наша любовь настоящая. Вы образованные, благоразумные. А он парень из Хираманди, который ценит женщину только в пределах своей спальни. Я не хочу, чтобы и вы там оказались. Его единственная цель — любой ценой унизить перед всеми Балраджа Чоудри. Ваша слепая любовь как раз-таки дала ему эту блестящую возможность. Такова уж правда. Примите ее. Даже если бы вы бросили бы своего мужа и ушли бы к нему, он не принял бы вас. Любите того, кто будет уважать вас. Любить вас. Больше, чем вы смогли бы. Руб, вы не его любовь. Вы его месть. Она единственная, кто волнует его сердце. Чтобы выйти победителем в семейной вражде, вы столько лет заставляли меня участвовать в политических интригах. Все верно говорили. У бастардов не бывает чести. Пламенем, который вы разожгли во мне ради своей мести, я подожгу весь город. Вы не сможете остановить последствия своих деяний. Аллах в помощь.
Так нужно было. Зафар изначально ненавидел меня. Пусть продолжит еще немного. По крайней мере, сохранила ему жизнь. А какой в этом смысл? Вы ведь уже отняли его единственный смысл. Отношения без брака зачастую ведут к разрушению. Его зовут Зафар. Твоего брата, которого ты встретил в ночь Ид. У меня не хватало мужества признать свои ошибки. Прошу, прости меня. Вы оставили решение за мной.
Зафар! 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 Нет! В Хуснабаде открывается первый стальной завод. Я любила парня из Хиромандии. Вы всегда говорили мне правду. Сейчас, когда мы решили сохранить наш брак, я хочу рассказать вам всю правду. В нашем браке будет уважение, но не будет любви. Надеюсь, ваше сердце добрее моего. И со временем вы меня простите. Вы кого-то любили? Почему перестали? Я не уважаю его. Любовь просто прошла? Вы сказали, что хотите сохранить наш брак. Почему сейчас? Думаете, достаточно лишь спать вместе? Есть много и других аспектов сохранения уз. Я всегда говорил Сатье, итог брака по принуждению никогда не бывает положительным. Я пожертвовал своим счастьем ради нее, которое, возможно, сделало вас несчастной. За это мне было очень стыдно. Но со временем этот стыд постепенно превратился во влечение. У вас впереди вся жизнь, Роб. Решения, принятые в гневе, обычно приводят к ошибкам. Хоть разок признайтесь самой себе в правде.
в знак уважения ко мне и к нашему браку. Супружеские отношения должны строиться не на традициях, а на любви. Дэв Чоудри принял решение не в нашу пользу. И я принял решение уничтожить его семейку. Подумайте, теперь тот, кто не с нами, наш враг. Сароджи. Сароджи. Мы начнем революцию! Создадим свою нацию! Мы начнем революцию! Создадим свою нацию! Мы начнем революцию! Создадим свою нацию! Прости меня. И все? Ты за этим пришел? Что это меняет? Все равно ты уже приняла решение. Я прав? Я безгранично любила тебя. А взамен получила лишь твою бесчестность. Неужели было так сложно сказать мне правду? Всю мою жизнь в моем сердце жила лишь ненависть. Я обманул всех, чтобы отомстить своему отцу. Но ты освободил меня от этой ненависти, поселив в сердце любовь. Ты изменила мое сердце. И я испугался. Испугался твоей любви. Все, что я хотел от этой семьи, ты дала мне. Если бы я рассказал тебе правду, то потерял бы тебя. А с ложью, думаешь, удержал бы? Нам не суждено быть вместе, Роб. Такова воля Всевышнего. Ты никогда меня не любил? Если заставишь отвечать на это, твоя любовь станет под сомнение. Почему ты всегда отвечаешь загадками, Зафар? Хоть раз скажи мне. Хоть раз скажи, что любишь меня.
Пойдемте к черному ходу. Идемте, Анунджи. Пожалуйста, остановитесь! Ахмед! Прикончить этих троих. Мы не можем оставить их здесь. Они ищут всех индуистов, спрятавшихся в домах мусульман. Им небезопасно здесь. Отведите их на станцию. Пойдемте с нами. Я не могу бросить своих учениц-индуисток. Пойдемте со мной, матушка. Возможно, мне суждено умереть. Там, где я и родилась. Уходите. Прошу, уходите. Зафар. Давайте руку. Бежим! Сюда.
Вы в порядке? Оба садитесь в поезд. Я задержу их. Они убьют вас. Это мои люди. Они мне ничего не сделают. Сюда, сюда! Скорее, скорее, торопитесь! Вон они, поймайте их! В сторону! В сторону! Скорее, Руб! А ну, всем в сторону! С дороги! Отпусти их, брат Абдул. Пусть уедут. Ради меня. Зафар! Зафар! Поехали с нами! Зафар! Зафар, скорее! Беги! Быстрее! Зафар! Зафар, вставай! Зафар! Вставай, Зафар! Прошу тебя! Вставай, Зафар! Зафар, вставай! Беги, Зафар!
Не знаю, я был похоронен или сожжен. Я лишь знаю, что в жизни бастарда наконец появился смысл. Любовь. Которая будет жить вечно. Сорок шестой год. Амритсар. Разделение не влияет на мир, он не становится больше или меньше. Разделение лишь ломает тысячи жизней. Зачастую сломанная жизнь и боль от разбитого сердца объединяет двух людей. История Дева и Руб, рассказанная Daily Times, как и тысячи историй о разделении, затеряется где-то в стенаниях истории. Любовь и ненависть. Обе красного цвета. Разница лишь в том, что от ненависти рушится мир, а от любви рушишься ты сама. И все же, и у любви зачастую бывает порог. Наша порочная любовь будет жить вечно. Она поселилась в нас навсегда. И теперь ваш вердикт. Что вы увидели в этой истории? Порог или любовь? Фильм переведен и озвучен специально для группы ВК Хани и Хасина. Перевод Хани и Хасина. Роли озвучивали Маргарита Сахно, Екатерина Муравицкая, Алексей Гнеушев, Михаил Цареградский и Константин Федосеев. Звукорежиссер Руслан Асланов.
चाहे